канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю салат из пекинской капусты. Готовится салатик очень просто, получается вкусный, подойдет как на каждый день, так и на праздник. Сначала займемся пекинской капустой. Пекинскую капусту я хорошо помыла и обсушила. Отрезаю вот эту часть и нарезаю капусту на средние кусочки. Можно ее разделать руками, делайте как вам удобнее. Два вареных яйца нарезаю на кубики. Нарезаю 100 грамм крабовых палочек. Пол огурца частично очищаю от кожуры, чтобы зелень просматривалась, и нарезаю на средние кубики. Один помидор нарезаю напополам, убираю жидкость из помидора. И нарезаю на небольшие полосочки. И добавляю половину баночки консервированной кукурузы. И теперь приготовим заправку для салата. Для этого смешиваю 4 столовые ложки растительного масла. Добавляю 1 столовую ложку 9% уксуса, солю, перчу, соль, перец по вкусу, немного перемешиваю, добавляю 1 чайную ложечку горчицы, выдавливаю 2 зубчика чеснока. Перемешиваю. Нужно даже как бы немного как взбить вот так. Видите, масса начинает становиться кремовой. Такой соус. Можно уже оставить так соус. Я добавлю еще несколько ложечек майонеза. Также как вариант можно добавить вместо майонеза сметану или просто заправить салат майонезом. Все перемешаю. Нарезаем зелень. Зелень по вкусу, укроп, петрушка. И все хорошо перемешиваем. Можно оставить салат так, можно красиво его переложить на блюдо и оформить. Поливаем салатик соусом непосредственно перед его подачей, а не заранее. И если этот рецепт вам понравился, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. С вами была Виктория, спасибо, что были со мной. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока!